Есть несколько направлений работы городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Это охрана атмосферного воздуха, водных ресурсов, растительного, животного мира и обращение с отходами. Общая площадь особо охраняемых природных территорий Брестского района составляет порядка 57 тысяч гектаров. Большой пласт работы проведен в прошлом году по рекультивации 3 мини-полигонов. И эту работу будут продолжать. Будет только существовать один городской полигон, и все отходы будут вывозиться туда. В прошлом году было рекультивировано 3 мини-полигона, в этом году в планах тоже 3 мини-полигона рекультивации, один из которых уже рекультивирован. Вот так свалки превращаются в молодую зеленую территорию. Часть из рекультивированных полигонов в настоящее время переданы под посадку леса. Также не менее остро перед инспекцией природных ресурсов и охраной окружающей среды стоит проблема несанкционированных свалок. В этом году уже привлечено к административной ответственности 4 человека. Также привлекались юридические лица. Всего по городу и району составлено 12 протоколов за несанкционированное размещение отходов. Установлены контейнера для сбора отходов на контейнерных площадках. Также граждане могут позвонить на мусороперерабатывающий завод и заказать большегрузный контейнер, если необходимо, скажем, большой объем вывоза мусора. Состояние водных ресурсов Брестского района в целом оценивается как достаточно благополучное. Специалисты отмечают, берега брестских рек и озер стали гораздо чище, чем пару лет назад. В первую очередь об этом говорит тот факт, что с каждым годом уменьшается объем убранного мусора. В 2015 году мы первую акцию проводили в районе населенного пункта Бульково на реке Муховец. На одном участке протяженностью 1,5 километра мы собрали один тракторный прицеп мусора. Могу сказать, что в этом году при работе на этом участке мы собрали всего-навсего 10 мешков мусора. То есть не это ли пример тому, что граждане становятся все-таки сознательнее. С 15 по 20 год на сегодняшний день мы можем сказать о том, что убрано почти 3000 километров береговой линии. Приняло участие почти 5000 граждан. Ну и почти 1500 кубических метров мусора было собрано. Также инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды занимается уничтожением инвазивных видов растений, то есть растений, которые не должны находиться в природной среде. Многолетний опыт такой борьбы дает свои плоды. Наша служба контролирует, в основном даже контролирует, конечно, по борщевику сосновскому и по золотарнику, Почему борщевик сосновского? Потому что это, в принципе, опасное растение. При попадании сока и солнечных лучей могут быть ожоги первой-второй степени. Последних 5 лет площадь произрастания данного вида растения снизилась более чем в 2 раза. Видна работа как землепользователей, так и сотрудников инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, которые контролируют, дают предписания и рекомендации по удалению опасных растений.